Вообще рад. Ты похожа на Алису. Ух ты! А если в глаз ткнет? Да. Нет. Мы его выиграли. Хорошо. У тебя очень милая шляпа. Я мог бы сделать тебе феску. Хочешь? Или тюрбан. А может быть треуголку? Пилотку. Без козырьку. Корону. Молодежь. Ничего не хотят, ничего им не надо. Ладно, как тебя зовут? Ваня. Ваня. Шикарное имя, где-то я его уже слышал. Ваня, Ваня. Не тот ли это Ваня, который здесь где-то живет? Самый такой веселый мальчуган. Ты мальчуган? Нет. Нет? Да? А кто же ты тогда? Просто Ваня. А, просто Ваня, я так это знал. Я догадался. Заходи. Мой дом – это Москва. Мой адрес не дома, не улицы. Мой адрес – Москва. Молодец. Да, Сереж. Здесь же малютка шарит. Да, подожди, сейчас я шарик, давай. Не боюсь. У меня мероприятие. Иди вон тебе сюда. Иди-ка сюда, Петя. Быстрый такой пёс. Правда? Зубами или насосом? Насосом? К сожалению, у меня больше нет насосом. У тебя где насос? Ну, он один. И он мне нужен. Привет! От старых штиблет. Чувствую, сегодня все дети с перепугу поубегают отсюда. А я могу насосом, а воздухом. А в насосе тоже воздух есть. Да. Я так. Давай, проходи. А ты танцевать будешь? Ой, как тебя хорошо. А когда захочешь, будешь? Уверена? Сейчас как даду его, как он грохнет. И все проснутся, хочешь? Классно. Все узнают, что мы тут веселимся. Ой, давай мне руку. Какая красивая рука у тебя. Где ты взяла такую? Очень красивая. Как тебя зовут? Яна. А меня шляпный болванчик. Сколько тебе лет? Шляпный болванчик. Вот столько? Да. Ого! А может быть вот столько? А вот так вот? Четыре, скажи. Смотри, не боится. Идет коза рогатая. Боится. Я тоже боялся. Ну ничего. А ты любишь веселиться? Да. А как ты любишь веселиться? Сильно? Не сильно. Шарики всем, немножко. Да? И не а весело, сильно весело. Идите скорее, да. давайте. Классно. Скорее. Это, наверное, прыгать, бегать и скакать? Да. Крутизна. О, смотри, к нам еще гости пожаловали. И тебе держи шарик-то. Ты что ж, без шарика будешь? Узнаем, как нас зовут. Же. Иди сюда в красной одежде. Да. Иди сюда. Даша, привет, а меня шляпный болванчик. Очень рад. А ну покрутись, Даша, покрутись. Вот сюда покрутись, вот так вокруг. О, какая красивая ты, Даша. Можно ко мне лицом докрутиться назад. О, можно тебе дерну за косицу? Один разочек. Классно. Ты, наверное, любишь танцевать, да, Даша? А какие танцы? Швансы? А жигу-дрыгу? Вот эта девушка на... А чучу-пучу? Какая молодец. Это кто это у тебя, бабушка? Пил. Красивая бабушка. С цветочками летает. Классно. А где здесь твои подружки, Даша? Моя Юля. Зови ее сюда. Будем дружить вместе. Давай, позови. Да. У меня есть музыка своя. А давайте, прямо сейчас вы хотите. Пока мне теперь не слышно будет. Да, не слышно. Бабушки! О, молодец! Защищаешь девчонок? Правильно, так и надо. А то потом придет время, и тебя, может быть, могут защищать. На народ набрался!
кто еще самый быстрый? Самый я. Ты, Ванька? Это интересненько. Давайте я тогда вас проверять буду сейчас. Так, так, так. Боишься червяка? Какой он вкусный. Так, смотри. Пока мы будем ждать всех, я вас потренирую. Нет, неправильно говорю. Потренирую. Как? Молодец, откуда ты знаешь? А? Фу, плохой червяк. Еще раз. Не, ну как не сильно длинный? Надо до конца. Помедленнее просто накачивать его. О, какой! Не лапай. Так, кто будет догонять червяка? Ты будешь догонять? Молодец. Иди сюда, звезда моя. Вставай. Оп. Хорошо. Давайте, как там в армии, равняйся, мирно, все дела. Так, давай, сейчас еще. Эй, посылка. Мы для вас делаем праздник. Честь Международного дня защиты детей. Это будет завтра, вы знаете этот праздник. Развиваться, да? Отдыхать. И я желаю вам всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Чтобы к концу лета вы все пришли окрепшими, сильными, умными, послушными и начали новый учебный год. А сейчас я предоставляю слово Марине Борисовне, председателю исполкома партии нашей «Единая Россия». Марина Борисовна, пожалуйста. Да. Дорогие детишки, которые пришли сегодня к нам на этот праздник, дорогие родители, которые тоже пришли со своими детьми. У меня такой игрушки нету. Я сейчас все вам скажу. Я хочу вас поздравить с этим прекрасным, замечательным праздником. Все знают, да, что завтра у нас День защиты детей. Конечно, любим, защищаем, бережем, воспитываем и желаем вам счастья, здоровья мы каждый день. Но все-таки хорошо, что вот такой один день в году нам сделали, да, где мы можем действительно устроить настоящий праздник, повеселиться, какой замечательный праздник. Что в ней? В этой коробочке находится система компьютеров. То есть это сабвуфер и две колоночки. Для каждого есть для мальчиков и для девочек. Для девочек красивые, вы потом все увидите. То есть вот наши спонсоры есть такие у нас предприниматели. Женя Терехов и Павел Лекунов, вот они сделали вам такие подарки. Поэтому здесь вы сейчас будете бегать, играть, веселиться, вам правильно будет несподручно с таким большим, с такой большой коробкой. Поэтому, когда вы пойдете, еще мы вам организовали чаепитие, мы с вами пойдем вместе в помещение, будем пить чай, есть вкусные торты, пирожные, и потом каждый получит из вас вот такую вот коробку. Хорошо? Максим, я же забыл. Максим, я же делаю. Целую коробку. Целую. Ничего, может оставить свой пистолет вот там, пойдем. Ну что ж, молодежь, подойдите-ка ко мне, да? Ну давай, скорее, скорее. Так, не драматься, не надо. Скажите мне, друзья мои, кто из вас самый веселительный? А самый прыгательный? А самый танцевательный? Сейчас мы проверим. Ты такая угрюмая девочка. Веселись, все будет хорошо. Давайте сейчас мы вот эти прелестные шары отнесем и отведем вон в ту сетку. Давайте, чтобы они не улетали. Давай, аккуратненько. Украсим наш стадиончик. Не падай! Милый! А ну, лодочку покажи. Ну ладно, потом сюрприз будет. У меня есть один помощник. Са. Нет, помощник. Арсений. Не может, да? Смотрите, он такой красивый, проворный. Ладно. Итак, кто знает, что у меня в руках? Канава. Ревёвка! Молодец! Очень интересное выражение. На самом деле, это ниточка. Маленькая ниточка, которая продевается в ушко иголки. Будешь иголкой? Проденем тебе в ушко сейчас. Оп! И отсюда вылезет. Вообще-то можно было посмеяться. Ну ладно. Итак, на самом деле, мы благодаря этой ниточке сможем совершить ряд превращений. Очень даже интересных. Ты готов? Да.
соплеменник. Итак, подождите. Дим. Построились Дима. По линии. Дима, можно? Носоками туда. А ты что не играешь? Сюда. Не да, хожу. Молодцы. Ну, как же, он же, он же. Ты же что же, слепой же, что ли? Я попросила его трепухаться. Итак, давайте мы с вами сейчас отправимся в страну чудес. Кто-нибудь бывал в стране чудес? Что ни разу да, не были в стране чай. Чудес? Я только посмотрел. Понравилось? Кто из вас умеет делать зарядку? А ты не умеешь? А кому нельзя заниматься физкультурой? Поднимите руки. Кому нельзя? Чем-то неважно. Вот что нельзя тебе делать, что не делай. Ладно? Если нельзя прыгать, не прыгай. Если нельзя бегать... Я понял, Ваня. Понял. Тебе все можно. Господа, оружейные. Я вам дам. Красота. Ой, ты красная шапочка. Итак, знаешь, давай. Ладно, отвечаю на ответ. Весельчаковская зарядка отличается от любой другой тем, что ее делают весельчик. Вот туда, в дурацкую дураки, полицейскую полиционера, президентскую президента. Это логично. Конечно. На первых... Ой, и вы с нами будете делать зарядку? Хорошо, замечательно. Вытянули ручки в стороны. И разошлись так, чтобы друг другу не мешать. Паук, ты можешь сделать вперед шаг. Ты тоже делай вперед шаг. Ты красивый мальчик, иди сюда. Стёпочки. Ну что, он не укладил, что он с нами в наших сердцах. Госпожа Медведь, смотрите сюда. Да. Итак, ручки в стороны. Конечно. Все готовы? Итак, ноги на ширине плеч. Руки в стороны. Поехали. Раз, четыре, шесть, восемь, раз, два, три, четыре, пять. Улыбайся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, вы зайцем стали? Какие метаморфозы. Раз, два, три, четыре, пять. Мама, все умеем? Парни, вперед. Раз, два, три, четыре. Еще, давай, давай. У тебя должен быть подвижный таз, давай. Хорошо, назад, вперед. Аккуратно не падай. И вращаем в одну сторону. И в другую. Хорошо. Теперь кончиками пальцев тянемся к... По моей команде марш. А высоко выпрыгиваем и делаем в воздухе звездочку. Покажи звездочку. One, two, three, yeah. Покажи ты. Five, six, seven o'clock, гениально, как Дима Билан. Молодец. Все готовы? На старт. Внимание! Внимательны. По команде марш. Понятно? Садись, камуфляж, давай. На старт. Внимание. Апши! Так можно простудиться. Что нужно сказать, когда чихнул человек? Внимание! Маршрутка! Я не знаю, я как будто бы не по-русски говорю. Косели еще раз. Фу-фу. Не спи, замерзнешь. Приготовились. На старт. Внимание! Мама! Не валяйся на поле. Марш! Сейчас палим. Ой, балбес, день будет долгий сегодня. Еще раз присели. На старт. Внимание. Марш! Сели. Марш! Сели. Марш! Сели. Марш! 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 Побежали все за мной по кругу. За мной, балбес. И построились по линии. Стройся. Или вот так болтает. Первое задание. Придумать название для вашей команды. Посвящайте. Здесь у меня есть. Это ж тебе, шар. Там никакой. Возвращаемся обратно точно так же очень быстро. Передаем эстафету шарикам по башне. Понятно? Все готовы?
готовы? Нет, нельзя. Нет, нужно передавать следующему участнику и становиться в конец очереди. Как только капитан, как только все пробегут, и капитан подойдет обратно к стартовой линии, все дружно и неистово кричим. Готово? Приготовились. Команда «Белый кролик». Готовы? Давай сюда. 3, 4, 5, 6. Молодец, двойка.
Да, да. Поехали. Раз, два, три, четыре. Молодец. Иди. Готов? Давай, я тебе скажу. Давай, я тебе скажу. А ты так не делай. А теперь, кто знает слова песенки, может петь вместе со мной. И пойдем все по кругу. Взялись за ручки. Поздравляю. И салют даже. Как там сынок ее, лишь под утро мама уснула. А теперь все в кружочек ближе-ближе, обнимаем все друг друга и поздравляем с днем защиты детей от родителей. Давай быстро обниматься, пошли все. Все, пошли, все, все, все. Обнимаемся, идем. Обнимаемся все вместе. Поздравляем друг друга. Паук, пошли. Обнимаем, Паук, я тебе руку поломаю. Давай быстрее. Давай. Обнимаемся и кричим ура! Три! Ура! Ну куда вы? Что вы не пришли ко мне сюда? Ну что ж, дорогие друзья, и наш прощальный танец. Помолчи. Танцуем все вместе! Поехали! Свободный стиль! И цепляемся за мной паровозиком за пояс, за плечи не цепляемся, только за пояс. Ну, Я А теперь отцепляемся и кричим все ура! Третий! Ну надо. Меня ждут еще великие дела, а вас они тоже ждут. Давайте положимся правую руку на сердце и повторим клятву веселого человека за мной. Я! Перед лицом своих товарищей! Торжественно клянусь! Быть честным! Справедливым! Верным долгу и совести! Не обижать младших! Уважать старших! Любить родителей! Всегда уступать место пожилым людям! Всегда уступать место пожилым людям! И никогда! Не бросать мусор мимо урны! И никогда не бросать мусор мимо урны! Отныне я! Достойный человек! Достойный человек! Клянусь! Уходите! Поздравляю вас всех! Ура! Спасибо! Спасибо! Пойдемте все! Все вместе в церковь!
ССО, пойдемте. А можно с пистолетами, ибо? Ну, только там не брызгаться, ладно, Дим? Нет, я вылью воду. Все, договорились. Пузыри будут. Так, никто не теряйтесь. Афонь! А вы любите чай с грибами? Очень. Выходи. Я тоже. У нас много общего. Заходите. Дети на диванах, взрослые. Давай мы тебе оденем перчатки. Сейчас Леша у нас продемонстрирует тоже фокус с пузырями. Поворачивайся к ребятам. И сейчас на ладошку попробуешь пузырек поймать. Держи пузырек. На ладошку. Я тоже. Ну как, не тяжелый пузырь? Классно! Так, а смотрите, сейчас мы пузырь назовем другого цвета. Просто на ладошке подержи. Выпери пальчики. Вот так вот. Держи на ладошке. Давайте похлопаем парням.
Юля как раз, Юля, да? Юля, да. Юль, держи. Юля. Васильева. Девушка. Вот, Юля. Так. Рябовы. Где у нас Рябовы? Маша. Держи, Машенька. Так. Спасибо. Жулька. Где у нас? Да, ну у нас там, да, один для себя. Так. Потаповы. Потаповы. Где у нас? Да, 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 да. Держи, мой милый. Моя красота. Нет. Чукмасовы. Дора, мальчик, держи. Чукмасовы. Я. Спасибо. Держи, детонька. Подарки, подарки. Подгорновы. Иди, иди, иди. Ты? Недалеко ходить. Так, а ты кто? Откормить. Вот вам один подарок вручили. Так. Артур. Три. Артурчик. Держи, Артур. Коржиковы. Так. Бутиковы. Так. Шичу. Шичу. Облако свинья. Свинья. Алёша. Так, девочки, еще один. Шинков. Иди, иди, Алёша. Еще один, Алёша. Так. Все получили? Спасибо. 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 Спасибо, дорогие. На этом наш праздник закончен. Всего вам самого-самого доброго. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.